Электричество – основа современного умного дома. Если критически важные узлы системы не обеспечены непрерывным энергоснабжением, то все функции умного дома не будут работать. Электросети, солнечные панели, ветряки, электрогенераторы, аккумуляторы и электромобили входят в контур управления системы умного дома. Умные счетчики способны передавать свои показания системе через цифровые интерфейсы. С них начинается управление энергопотреблением. Установка умных счетчиков делает возможным переход на многотарифную схему оплаты электроэнергии. Роль умного счетчика заключается в том, чтобы передавать системе умного дома информацию о текущем энергопотреблении, и на основе этого, а также многих других факторов, система принимает решения. Солнечные панели могут устанавливаться на крыше и стенах домов. Они обеспечивают достаточно высокую эффективность работы в любую погоду и в любой точке страны. Солнечные панели выступают в качестве постоянного дополнительного источника, который утилизируется системами умного дома на 100%, что делает их действенным средством снижения затрат. В работе солнечных батарей используются накопительные аккумуляторы, которые заряжаются, когда выработка электроэнергии солнечными панелями превышает потребности дома. При необходимости они отдают накопленную энергию. Для интеграции солнечных панелей и накопительных аккумуляторов используются солнечные инверторы, которые защищают устройство умного дома от скачков напряжения в сетях. В простейшем случае для создания умной системы электроснабжения достаточно одного инвертора. Важно только выбрать правильную мощность и обеспечить взаимодействие с контролером умного дома. Существуют и другие решения для генерации электроэнергии, например, электрогенераторы на бензине, дизеле или природном газе. В труднодоступных и удаленных районах без линий электроснабжения электрогенераторы становятся обязательным компонентом системы, без которого невозможно непрерывное функционирование. В зависимости от климатических условий весьма эффективным может быть использование ветряных турбин. Одна ветряная установка там, где постоянно дуют достаточно сильные ветра, способна обеспечивать электрические потребности всего хозяйства. Совместная работа различных источников электроэнергии при использовании автоматизированного управления позволяет наиболее эффективно утилизировать возможности каждой подсистемы и добиваться их более быстрой окупаемости.